Но перед началом данного видеоролика я хотел вас попросить, чтобы вы поставили лайк и подписались на мой канал, и обязательно включили колокольчик. Моменты взяты со стрима Азама, ссылка на него будет в описании. Если хотели посмотреть еще какие-нибудь моменты, то ссылка на Азама будет в описании, приходите, смотрите. Ну а теперь смотрим видео. Рыба. Какая рыба, блядь? Алехана в топ. Она заходит, заходит, все, заходит. Зума, дайте нам 4000 лайков. Настя. А, не, сейчас, сейчас. Алехана в топ. Маму. Азам, она слышит тебя теперь, все. А, сейчас не слышит, теперь слышит тебя. Привет. Здрасте, Лер. А где она? Ее нету тут, я ее не вижу. Сейчас я позову ее. Ой, я не туда зашла. О, она к другому пацану зашла. Не, братан, но это уже измена, братан. Это случайно, не случайно. Чекайте видос. Настя, ты такая... Азам, как там был? Даун, бля, какая ты, как, в смысле, ты какая дебил, блядь? А ты такая красивая, что я слепо твой. Блядь, дебил, не так, блядь, идиот, блядь, ты был дебил, говоришь это. А как надо сказать? Ёб твой рот, скажи, бля, просто скажи, что ты ослеп, просто ослеп, а? Скажи, что ты ослеп. Скажи, что ты... А, я ослеп от твоей красоты, Настя. Нет, ее красоты, еблан, блядь, просто ослеп ты, блин. А, я просто ослеп. Ты даун, ты можешь сказать, что ты ослеп! Скажи, что ты ослеп! Я не слепой! Скажи, что ты ослеп. А, я ослеп, Настя. Я мужчина, я плоту, скажи. Ёб твой рот. Ты с... Так? Просто, блин, пусть она заново зайдет, блин. Пригласи ее. Я это слышу. Блин, это мой... Настя, замри. Настя, я ослеп. Почему она... Да не Настя, я ослеп, идиот ты тупой, мы с тобой припетировали. Ты заходишь, она заходит, ты говоришь, я ослеп, я тебе говорю, блин, братан, что стало? Потом ты говоришь, какая она красивая, еби! Заново. Идиот, блин. Я ослеп, брат. Чё случилось, геймер, как ты ослеп? А чё дальше? Ебать. Короче, это безнадежно вообще, абсолютно. Идиот, просто забейте, просто идиот, жесть, просто идиот, блядь. Брат, можно проверку, деньги кончились. Заработай, тогда можно. Азам, что дальше? Азам, она вот притыки со мной сидит, что мне говорить ей надо? Ну, говори, какая она красивая. Слышишь? Подождите, я не слышу, Азам, наушник выпал. Как ее зовут? А теперь слышу. Анастасия. Анастасия Волочкова. Вы знали, что ваш друг является не той ориентацией? Ты дурак, Азам, у нас так свадьбы никогда не будет. Предполагала. В этот раз я его убедила. Какой убедила? Азам, ты дебил, ты мне наоборот должен, у нас свадьба должна быть, придурок. А, да? Блин, ну... Ну я, да, дебил, ну, я, наоборот, должен не разрушать нас. Идиот, я откуда могу знать, бля? Я откуда? Я может она не знает. Пусть правду знает. Ну что, я натурал. Натуральная ориентация. Хорошо, этот, как его? Вам сколько лет, Анастасия? Ей 19, мне 20. Рот закрой, я же не с тобой разговариваю. А, хорошо, прости, пожалуйста. Ты натуре жесть, бля. Я тут тамада или ты, бля? Да, слушай. Вам сколько лет? Тамада. Тебя спрашивают. 18. А, 18 даже. Ей 18 лет, понял. А вы знали, что геймеру 16? Зачем вы малолетнего совращаете? Это статья. Это вообще-то статья. Зачем малолетку совращаете, Анастасия? Давайте мы никому не скажем. Ой, хорошо. Ну, действительно, 3500 онлайна, никому мы это не скажем. Да. Опа, салам алейкум. Азам, она знаешь, она учится на доктора. Ну не зажимай, я твой нос! Кахба! Кого, Азама? Азам, она тебя боится. Я тебе помог, Настя. Прочитай предыдущий донат. Привет, это мой первый донат. Можешь подать толка? Нет. Спасибо за донат. Я подниму тебя, лысый брат мой. Давай, поднимай. Слышишь? Геймер. Да, слышу. Ты лучше смотри, тихо. Да. Смотри, главное, чтобы она не слышала. Ты, у тебя какие мотивы, типа,
один раз ляу-ляу и выкинуть, или реально там общение и так далее. Я просто... реально, брат, полюбил, брат. Реально полюбил, да? Любишь, да? Да, как увидел ослепость. Когда Мика даст проверку. Но она слышит, конечно. Не знаю. Спасибо за донат. А, Мико сегодня там. Я рядом. Смотри, брат, геймер. Брат, геймер, я коснулся ее спины сейчас нечаянно, брат. Да ты очко свое не коснулся случайно, блядь, идиот, блядь. Какой коснулся, блядь, ты тупой, что ли? Надо. Так она рядом со мной сидит прямо сейчас, в упор, в упор. Опа, има. Да, Настя, е-мое. Малыш, тебя Нурхат убил, блин. У меня вообще пингует. Если она затащит, блядь. Если она затащит, ты ей дашь. А, вы все умерли, что ли? А чё вы мне не сказали, я бы тогда убежала бы. Почему голос такой, блядь? Какой-то непонятный у меня. Или у меня в наушниках так, или у вас так идёт. Какой-то непонятный голос идёт, как-то эхо идёт у вас. Или из-за того, что вы рядом сидите. Почему-то какой-то странный голос идет как-то. Нет. Нет, геймера голос как-то. Я не знаю, либо у меня уши, блин. Брат, у тебя ушам пизда, брат. Не матерись, пожалуйста. Можно проверку 500. А, при девочке, можно? А да, куда, а куда проверку ты не написал? По СНС-ку? Смотри, сколько нужно будет примерно денег на свадьбу, чтобы собрать стол, свадьбу, машины заказать? Ну, лямов 20, наверное, надо будет собрать, брат. Ошалеть! Ты потянешь? Да я сейчас заплачу. Есть 20 лямов? Не, давай-то не будет. Ты говоришь, свадьба, какую свадьба? Ты определись, жесть. Она может она с тобой общается ради денег, ради славы. Ты должен ее узнать, понять ее внутренний мир. Сейчас, секунду, я буду сейчас звонить, подожди. Так. Ты должен понять, что ты как будто, нужен... знаешь, ты же миллиардер. Я офну. Настя, что это все рофл, успокойся. Я понимаю. Мы все подыгрываем. Окей. Ребят, лысый глобус, Азам в чат. Лысый глобус сел в автобус. Короче, сейчас в песню включу молодозонов. И что будет? Сейчас проверю, ребят, всех попозже, ребят. Сейчас мы контент сделаем сперва. Салам алейкум. Сияй, ты учил тебя, сияй, ты даем по-братскому сложно, ребят. О. Сейчас до 1500 лайков, и я Настю прогибл кидаю. Сочные крылышки, хрустящие из все, я тут. Че ржете? Че стало? Почему опять мы ботами попались? Че стало, че ржете? А чё мы с тобой пишем «Лысый глобус»? Это геймер попросил, да? Долбоёб тупой. Нет! Ну да, Настя. Это смотри, это я. Смотри, геймер, ты говоришь там про неё что-то. Может, она ради денег, может, она ради славы, ради чего-то. Может, ты ей вообще... Я просто... Не, я тебя никак не хочу обидеть. Ну, блядь, ебать такого урода, как ты, как можно было полюбить? Я просто не понимаю. Из-за этого я говорю, я никак не хочу тебя обидеть. Вот реально, я никак тебя не хочу обидеть, брат. Да, выключи, да, пожалуйста, малыш, пока я тебя очко не порвал. И он твое очко твое, как твоя голова сейчас будет, бля. Ты будешь не какать, а, блядь, вылетать у тебя все там будет. Да бесит ты на меня! Ты девочки. А, сколько ей лет? 18 ей можно? Слышишь? Может ей, слышишь, может Настя там ради бабла с тобой. Может она тебя кинет завтра. Не, брат, хочешь расскажу ситуацию одну, брат? Я никак не хочу тебя обидеть. Ну, такого урода, как ты, я не знаю просто, как можно полюбить из-за этого. Никак не хочу обидеть. Главное, не влезешь, брат, главное, брат, ты должен, наоборот, нас свести с ней, а не развести нас. Бля, как по... Бля, ладно, хорошо. Такой красавчик, жесть ты, блин, геймер, честно говоря. Я даже не понимаю, вот. Как такая девушка, как она, не особо красивая, так долго тебя находила.
Так, нет, давай лучше заново. Блин, подожди, я... Блин, я... Ну, короче, я не так сказал, да, это все? Ну какая разница? Главное, у вас любовь. Я понимаю то, что она некрасивая. Я понимаю. Я понимаю, ты по любую простушку из деревни. Я с катки выйду. Она с города, это я с деревни, брат. А, она с города? Бля. Пусть она нам на два дня... Давай на один день пусть села будет. Брат, смотри, у нее двухкомнатная квартира в городе. Нихуя себе. Это... Вот Настя, познакомься. Братан, мне кажется, ты, после того, как люди услышали, что у нее там квартира и так далее... Я хотел зажать ее. Хотел зажать ее. Ты девки слился, брат. Почему у тебя чувствуешь микрофон? У тебя очень слабый микрофон. Это дядька какой-то. И этот, как его? Да, надо в Discord. Не, смотри. Ну, в Discord зайдем, так лучше будет. Ну, зайдем. Сейчас, сейчас. Погнали в Discord. Там микро пиздатый будет. И Настя слышно будет. Этот, как его? Че я хотел сказать? Ну, смотри. Ты простой парень из деревни. Она... хохлушка из города. Я понимаю, сердца объединяют любовь. А что? А что объединило вас? Я ни хрена не пойму. Братан, смотри, я шел по улице, увидел ее, у нас пришла искра, буря безумия. Настя, слышишь меня? Настя. Слышно. Расскажи, пожалуйста, как ты встретила это этого парня красивого? Бля, бот через стенку положил. Что-то за мотиви, пусть расскажет, как ты, как вы... Вот, Настя, вот скажи, пожалуйста, вот, когда у вас появилась вот эта буря эмоций? Тупил осколок. Настя, рассказывай. А я не поняла, а как это случилось? Ну вот, как ты поняла, что этот... Ну, блядь, ну, человек назовем хорошо. Вот этот человек, это твой человек. Как ты это поняла? Тварь. Вот как? Вот, например, вот смотри, чтобы с человеком жить, надо его полюбить. За что ты полюбила моего брата? До этого... Играй роль, просто хуйню говори. До этого 17 лет... Вот смотри, Настя, 17 лет этого урода никто не мог полюбить. Как ты это сделала? Как ты это сделала? Что это было? Я тоже не понял. Это вопрос был. Ты понимаешь, Настя, даже парни ему отказывали. Как ты полюбила его? Как это вот буря эмоций? Лайф! Вот это когда у вас было? Бля, мне страшно, Азам. Бля. Я спасу тебя, Настя, я спасу тебя, Настя. Я спасу тебя. Я не знаю, друзья мои, я не знаю, что сказать, пацаны. Я не знаю, пацаны. Реально. Просто не знаю, чаду. Назам, в Дискорд зайди, лысый, брат! Сейчас, подожди, да, братан, подожди, да, по-братски, бля. Просто не знаю, что. Ну, блин, я не знаю, я вас запрос задаю, че нам на жизнь, как не. Как будто, блядь, как будто одна русская четыре нерусских с ней общаются, блядь. Как будто не в своем кругу жизнь. Отнимите, я не понимаю, что он говорит. Плохо слышно, в Дискорд зайди, баран. Бля, сейчас за барана будешь, бля, на коленях кое-что делать, бля. Нас бот убил, бегите к нам, ё-моё. Нас бот убил. Меня можно брат, поднять. Да тот, брат, она очень красивая, брат. Бля, мне похуй, бля, ты же твоя же, не моя жена. Вот. У них глаза, короче. Что, как? О, тебя слышно нормально, наконец. Как Байкал. О, малыш, заходи. У нее глаза как изумруд. Нет, куда заходить? Она меня слышит? Да, да. Куда заходить? Теперь нормально слышно. Настя, слышишь? Куда заходить? Подними нас, Настя. Настя, смотри, слушай. Куда заходить? Слушай. Ну, я
Стасик, как обычно, один. Я думал, да, блин. Меня болт убил. У нас не сын, а сиди, она понимала, что это стенка. У меня нет стенок. Ничего страшного. Похуй, хилься. Бля, меня какой-то баран, блядь. Всю хп снес, жесть, какой-то баран меня, жесть. Я его рут. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. На текст неудачи и всем пока-пока.